идет война за выживание нации. Разговоры можно разговаривать сколько угодно прекрасные про то, как мы сменим военную модель, а сейчас надо тупо физически выжить. Особенно, если посмотреть на плюс 200 тысяч, которые где-то там за Уралом готовятся, правильно? А для этого первым условием, в том числе условием для того, чтобы всесторонне обеспечить и сменить военную модель, является жесточайшая дисциплина, потому что во время смены военной модели армия разбалтывается нахрен в ноль. Понимаешь, да? Потому что сбрасывание любой кожи и приобретение другой – это еще один кризисный этап. И во время кризисного этапа дисциплина должна быть еще более усилена. Поэтому сначала усиление дисциплины, а потом все остальные упражнения. И вот ее усилили и правильно сделали. Тут так и идем. И напоминаю, это не антисолдатский указ. Не надо подавать его, как многие у нас тут запищали, как антисолдатский. Это касается всех военнослужащих, включая генералов армии Украины и так далее, и так далее. Всех вообще.